Всем привет, говорит GetFun, а в этом видео я сделаю обзор песочных немецких эсминцев, объединив в одном видео V-25, G-101 и V-170. Перки, модернизации, советы и обзор ТТХ. Ну а на фоне покажу один достаточно напряженный бой на немецких эсминцах. Начнем, как обычно, с ТТХ. Для примера я беру 170-ку, но знайте, чем глубже в песок, тем более комфортна игра на немцах. И тем более лучше представлены, как мне кажется, важные параметры для этого класса техники. Живучесть по численной величине не выделяется на фоне одноклассников, однако ее вполне хватает, чтобы не схлопнуться с одного залпа. А если мы пикируем на линкор, шанс на второй чаще всего у него уже не будет. Артиллерия. В ТТХ она хороша, но на практике лучше быть поосторожней и в бою не сильно рассчитывать на нее. Всего в зависимости от уровня есть 3-4 ствола 105 мм, что в принципе неплохо, но вот когда в рандоме мы можем встретить Клемсона с 6 стволами 102 мм на борт, обходящий у нас по живучести, то становится слегка не по себе. Думаю, вы понимаете, что в ардуэли с таким противником нам будет, мягко говоря, не слишком легко. И даже если мы победим в итоге, живучести останется мало, а она нам понадобится, уж поверьте. Торпедное вооружение. И это главная причина попробовать немецкие песочные эсминцы в бою. Нестандартное расположение данных модулей и высокая скорострельность, невзирая на небольшое общее количество торпедных аппаратов, способны задать шороха и принести нам море фана при игре. И хоть сейчас уже почти все знают, что немцы могут дать торпедный залп из носа, все равно находится пара-тройка фрагов в бою, которые были к этому просто не готовы. Ну или благодаря вашему неожиданному наскоку вы лишите противника права выбора. И вот примерно в этот момент вам и понадобятся хитпоинты, так как один залп по себе, скорее всего, нам все же надо как-то пережить. И вот сейчас я сделал небольшую паузу в ТТХ, так как происходящее на экране весьма важно и интересно. Заметьте, что вот данный пролив на этой карте является, наверное, самым быстрым и простым шагом к закрытию противника в клеще. Но в данный момент тут как бы мешается Тенрю, как бы мешаются эсминец слева, и не хочется агрессивничать. И именно поэтому ставлю дымы, но не ухожу отсюда. Вижу, что союзников много. При этом знайте, что игра в песке, она опасна. И опасна не только из-за того, что противник может оказаться слишком умелым, но и из-за того, как союзник может оказаться очень неумелым. Я уже показывал видео, как союзники могут торпедировать вас со второй, третьей линии, при этом вообще без шанса на нанесение урона противникам. И поэтому, исходя из этой мысли, я решил пропустить своих союзников вперед. Нет, я не испугался Исаказу. Я просто испугался того вал-торпед, который сейчас идет в его сторону. Ведь вполне возможно, я мог оказаться между вражеским эсминцем и союзными торпедами, и тогда мне стало бы очень плохо. К моему большому сожалению, хоть и Иса я вот-вот заберу, но наш союзный эсминец в процессе забирания точки также заканчивается. Ну ладно, давайте вернемся обратно в ТТХ. Как вы помните, я остановился именно на неожиданных наскоках. И вот именно в таких наскоках, который, кстати, будет продемонстрирован чуть-чуть позже, нам должна помочь наша маскировка и скоростные параметры. И вот говоря о маскировке, стоит отметить, что на V-25 она просто великолепна и дает возможность без перков подобраться к цели аж на 5 километров 200 метров. Ну а на 170-ке мы засветимся более чем на километр раньше. Потому игра на четверке обязывает нас пользоваться рельефом. К тому же максималки на четвертом уровне тоже уступает тому, что было у нас на втором уровне. В общем, именно из-за этого регресса я считаю, что на втором уровне несколько фановее играть. К тому же противники там чаще будут дарить вам шанс на крутое пике. Говоря о модернизациях, нам пригодятся основное вооружение в первый слот, ну а во второй я бы взял основы борьбы за живучесть. Модернизация на рули и движку была бы полезна, но шанс полной остановки машины я предпочитаю вычеркнуть полностью, взяв нужные перки. Начинаем раскачку на немцах. Так, профилактика, дабы сохранить наши драгоценные торпедные аппараты. Потом, из последних сил, дабы не останавливаться даже при крите рулей и движки,
Третья ступень – мастер живучести. Так как скорострельность с торпедами у нас нормальная, а вот запаса здоровья часто не хватает. Ну а потом – маскировка. Первые 10 очков перков уже делают игру максимально комфортной. Дальше рекомендую взятие мастера торпедного вооружения и накопление перков, так как дальше ветки будут ждать важные решения, которые сильно повлияют на распределение перков. Хотя, если вы собираетесь оставить этого КП на постоянке на одном из песочных эсминцев, то можете выбирать перки под свой стиль игры. Ну и на этом моменте, думаю, пора перейти к бою. И сейчас важно отметить то, что в этом пикировании на Каролину я сделал большую ошибку. То есть я потратил больше вееров, чем следовало. Как вы видите, Каролина уже закончилась, и Шизучи находится достаточно близко к нам, чтобы торпедировать его. И он идет к нам, казалось бы, бортом, и это был бы прекрасная возможность на нанесение урона, но в итоге оказывается, что оба торпедных аппарата в КД, а передние носовые аппараты стоит еще развернуть на свою цель. Проходит немало времени, и Шизучи уже успевает переложить рули налево, и сейчас он будет от меня убегать, и поэтому очень маловероятно будет, что мои торпеды до него дойдут, но я все же их пускаю, вдруг что-нибудь заставит его отвернуть, или он просто забудет и повернет направо. Тем временем я беру точку, так как времени на бой еще много, очков превосходства мы взяли мало, и союзников у нас в рядах живых осталось тоже мало. Дальше уже будет не так интересно, потому как сейчас и ежу понятно, что мне сейчас необходимо защитить точку Б. Я быстренько перемотаю сейчас на начало боя за точку Б. И как видите, к моменту моего прихода крейсеру остается жить совсем мало. Ну, собственно говоря, как и нашему линкору. Причувствуя это и ожидая, что была неплохая такая возможность, то что Кавачи уничтожит, а я останусь один на один с крейсером, я принимаю решение его атаковать. Несмотря на шанс того, что я могу быть сам раскритованным. Уничтожаем крейсер, и я остаюсь один против линкора и еще одного крейсера. Светлана и Ишизучи. При этом Ишизучи светился последний раз на точке А. Я подозревал, что слишком что-то неладно. Почему он так долго не берет точку А? Но надеялся, что возможно он просто тратит много времени на разворот, что его успели далеко отогнать. Ну или в конце концов он просто отошел АФК. Но точка Б каким-то макаром была взята, и тут очень даже вероятно, что именно Светлана взяла точку Б. Ожидая, что он вот-вот может выйти с точки, потому как часто крейсера на таких уровнях являются очень нетерпеливыми, они, когда видят эсминец, они считают, что это безусловно их фраг, поэтому разрешаю один из носовых аппаратов, чтобы в случае чего, как минимум, хотя бы немного запутать вражеский крейсер, и чтобы он потратил немного времени на уворот, ну или по крайней мере обратил внимание на торпеду и подарил мне пару секунд на свои выстрелы, на свою тактику. Но, к сожалению, получается, что данная Светлана поступила более хитро и умно. Начался захват точки С. И тут я подумал, что, скорее всего, Светлана ушла туда. Но, когда я наступил на точку, оказалось, что захват не идет. А значит, моя цель где-то очень рядом. Напряжение нарастало, и я ожидал, что ж за корабль сейчас я увижу. Пользуясь рельефом, подошел максимально близко к Светлане, выпускаю одну торпеду, выпускаю вторую торпеду. Сейчас понимаю, что если Светлана перестал стрелять, то сейчас он тоже выпустил торпеды, но деваться некуда. Пускаю два веера слева, нечаянно ловлю одну торпеду Светланы, остаюсь на лоу хп, но в этот момент мои торпеды также приходят в Светлану, и теперь крейсера просто нет. И теперь, как вы понимаете, итог боя уже предрешен. Если вдруг я нечаянно не выйду на Ишизучи. В порыве адреналина забыл, что именно точку С сейчас брали, и поэтому иду потихоньку вперед, и только сейчас замечаю, что Ишизучи ползет назад, и у меня есть большие шансы на то, чтобы засветиться уже очень скоро. Теряю самообладание, включаю дымы, останавливаюсь, и только потом понимаю, что одно попадание блайндом может решить итог этого боя и, в общем-то, уничтожить меня. И тогда, грубо говоря, я подарю Ишизучи победу, да еще и медальку Кракен. Мне этого делать не хотелось, спускаю быстрее торпеды по тому упреждению, что мне казалось верным, и быстрее выскакиваю из дымов. Ну и теперь нету никакого шанса на мое уничтожение, потому можно переходить постепенно к итогам.
Ну а как итог, стоит отметить, что песочные немцы – это крайне фановые корабли. Я с легкостью рекомендую их вам. Тем более, что такой геймплей более не повторится на других кораблях. По крайней мере, таких пока что еще нет в игре. Лично я иногда планирую возвращаться на них, чтобы лишний раз пощупать геймплей пикировщика. Ведь он очень веселый и фановый. Вот и все. Пишите свое мнение о видео и о кораблях в комментариях, а я буду закругляться. Надеюсь, данное видео вам понравилось. И если так, ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Впереди нас ждет еще много интересных видео. Ну вот и все. Пока-пока. 7 футов под килем вам и удачи!